Всем привет, я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог «Стельмах Правто». Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я тестирую третье поколение Mitsubishi Pajero Sport. Японцы говорят, что это лучшее поколение Pajero Sport, которое они сделали за последние 10 лет. Конечно, новый Pajero Sport стал просто интеллигентом. У него морда теперь как у Mitsubishi Outlander, светодиодные фары. В общем, красавчик, интеллигент. Но мы этого интеллигента сегодня загнали на бездорожье, и вы потом увидите, что он там может и чего он там не может. А может он практически все, потому что у него есть подключаемый полный привод, у него есть понижающая передача, у него есть блокировка дифференциала. Между прочим, в рекламном ролике, японском рекламном ролике, за рулем Mitsubishi Pajero Sport сидела какая-то японская старушка, которая так лихо ездила по бездорожью, что ей может позавидовать любой профессиональный джипер. С теми электронными помощниками, которые есть в новом Mitsubishi Pajero Sport, это совсем не сложно, как оказалось, хотя все равно ехать страшно. Так, и вот у нас зажглась. Вот она, спуск с холма. Ну и теперь самое страшное. Камера. Левая верхняя кнопочка руля. Да, что у нас показывает камера? У нас камера показывает... У нас показывает дорогу, но на самом деле ее там на нет. Самом деле дорога... Ну что, поехали потихоньку? Поехали. Ой. Потихонечку все убираем. Ой. Ноги с педалей. Ай! Прямо Ух. Третье поколение Mitsubishi Pajero Sport — это внедорожник D-класса. Именно внедорожник, а не большой кроссовер, который маркетологи бесстыдно назвали покорителем бездорожья. Несмотря на модный офисный костюмчик, в который дизайнеры одели третий Pajero Sport, эта модель сохранила классическую рамную конструкцию, а свои внедорожные способности даже улучшила. Ведь Pajero Sport оснастили вторым поколением фирменной системы Mitsubishi под названием Super Select 4-Wheel Drive. Благодаря ей Pajero Sport в обычных условиях заднеприводной шайбы на центральном тоннеле водитель может подключить полный привод и блокировку центрального дифференциала. А если с дорогой совсем плохо, можно включить понижающую передачу. Но и это еще не все. Pajero Sport может подстроиться под дорожное покрытие. Для этого надо выбрать соответствующий режим. Грязь или снег, песок, гравий или камни. Под капотом у Pajero Sport 2,4-литровый дизельный мотор мощностью 181 лошадиная сила с крутящим моментом в целых 430 ньютона-метров. Он работает с шестиступенчатой механической или с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Включаем камеру. Сейчас. Включаем камеру. И тут, на камере мы видим. Да, на камере мы видим, как мы. Вот как мы сейчас подъезжаем. Вот. Подъезжаем вниз. Ноги и теперь. С педалей. Ай! Да страшно! Не-не-не, ноги с педалей. Убрал ноги с педалей. Руль не крутим. Руль не крутим. И она потихонечку сама ползет вниз. Едет. Можно даже газку. Чуть-чуть можем добавлять, потихоньку поддать. Желаемую скорость задаем. И можем опять убирать ноги с педали. Она будет ехать так же, какую скорость ей задали. Угу. Так, вот этой вот кнопкой выбираем. При каждом нажатии. Да, выбираем режим камни. Вот сейчас у нас грязь, снег. Вот у нас песок. И вот у нас камни. И нам как раз, и нам как раз нужны на тот камни. Мостик.
Поехали. Ну и вот она сама скребется. Все, я убрал вообще ноги с педалей. Она сама тянет. Просто тянет сама. Вот мы задом заезжаем на мостик сейчас. И машина сама опять все теоретически должна будет делать. Вот мы подъехали к мостику, видно на камере. И вот я только чуть-чуть придавил газ, и все. Я убрал ноги с педали газа. Остановилась. Вот все. Нет, едет. Отлично просто, просто отлично. Я себя ощущаю японской старушкой, которая все умеет в рекламном ролике. Ну все, проехали, теперь едем вперед. И опять та же система. Вот, но тут она вперед сама тянет, тут уже даже подгазовывать не надо. Включаем нейтраль. Нейтралочка. И включаем режим 4 LLC, пониженный ряд. 4. Утапливаем джойстик вниз и поворачиваем вправо до конца. Оп. Так, ну, загорелось. Все, и включаем блокировочку дифференциала. Вот оно. Включилось, загорелось. И блокировку дифференциала. Вот тут у нас тоже замигала лампочка. Сейчас, да, замигала лампочка. Она покатится, она загорится постоянно, включится. Передачку нужно включить. Угу. Смотрим на маршала. Да. О, включилась, кстати. Она включилась. Опа. Только наехали на первую кочку, она сразу включилась. Оп. Я наблюдал. Дорожный просвет у третьего Pajero Sport 218 мм, и он способен преодолеть брод глубиной в 70 см. На крутых подъемах и спусках поможет система помощи на старте и съезда с холма. Если вы остановились на крутом подъеме, противооткатная система будет держать машину минимум 2 секунды, пока вы не нажмете на газ и не начнете движение. Благодаря электронным помощникам водителя и второму поколению системы Super Select 4-Wheel Drive, чудеса на бездорожье на новом Pajero Sport способен демонстрировать практически любой водитель. Другое дело, нужны ли такие внедорожные способности тем, кто в основном ездит по городу и использует большой внедорожник как представительский офисный автомобиль. Не исключено, что для них намного важнее отсутствие мягкого пластика в салоне нового Pajero Sport. И это при том, что цены на третий Pajero стартуют примерно с 33 тысяч евро. Пластик жесткий.
при том, что сиденья в этой комплектации кожаные. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стельмах ДАСАВТО» на Радио Вести.